Привет, привет, мои хорошие. Давно не было продуктовых закупок, потому что мне просто-напросто некогда было их снимать. Поэтому смотрите сейчас. Времечко появилось немножко. Яйцо, да, у нас 56,69. Это цены в пятерочке. Пастила 66,99. Хлеб зерновой, сибирский, 49,04. Жидкое мыло, 99,99. Батон обычный, как всегда, мы берем. Дети любят, 33,29. Сыр, чечил спагетти, 99,99, пармезан. Это такой достаточно вкусный, по-моему, местный производитель, нам он нравится. Все у него хорошо, всегда его берем. Сейчас я вам скажу по цене, 269 рублей, здесь 269 грамм, как интересно. Ну, 1000 рублей, грубо говоря, стоит килограмм. А вот это любимые конфетки моего сыночка маленького. Палочки жевательные называются, 155 61 266 грамм. Они такие, знаете, как вот мамба были конфетки, вот такие вот жевательные, фруктовые, там разные совершенно вкусы, и вишня, и клубника, каких только вкусов нет, и кола там, по-моему, вкус. Ой, вкусные такие, сама иногда подъедаю. 152,99 масло. Творог 9%. Творог 9%, 300 грамм, 121,49. Нашей любимой фирмы, как вы уже знаете, да? И вот такая вредность, гадость. Вот такая вредность, гадость. 84,95 за 5 штучек. Все, собственно говоря, вся покупка из пятерочки. И вышла она 1253 рубля 27 копеек. Кто визуал, можете посмотреть цены. Напоминаю, мы живем в Ростове-на-Дону. Такие цены у нас в пятерочке. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Спасибо, что остаетесь со мной. Мне очень приятно.